Привет, зритель. Слева по борту японский чай. Просто он тут обычно стоит. Ты не видишь, но оно тут, вот справа по борту. Сейчас у нас тут будет мой уход на апрель. Я сегодня искала эти чертовы мыльные орехи, они на самом видном месте стояли. Я еще хотела в видео сказать, что потеряла, куда их сунула, а потом глянула, блин, сволочь, они такие замаскировались, гады. Короче, я показываю только коробочку, потому что мыло там мне неохота тащить, мыльничку, оно там еще большое. Это мыло, подарок от подписчицы Лёли, завод братьев Крестовниковых, в 1855 году основанный крем-мыло «Миндаль». Миндалем он нифига не пахнет, но такое обычное хорошее мыло, бюджетное. Я думаю, оно еще месяца на 2 или 3 хватит. Ну, в общем, оно у меня как мыло кусковое переходит на следующий месяц. Гелик, который я обозревала в предыдущем ролике, если хочешь, глянь, бот в фикс-прайсовском плейлисте. Он у меня уходит на... Я его уже попробовала в марте. В течение месяца его надо уделать, иначе оно отдаст Богу душу, сменит религию и тому подобное. Короче, он у меня идет на апрель. Вместе с другим геликом, с марта переходящим. Супер фреш, цветочное питательное масло для душа. Ну, на самом деле, это... Тупо гель для душ, никакое не масло. Свежая косметика с пребиотиками. Фитокосметик. Если ты такое, зритель, юзал, дай знать в комменты свое мнение. У меня, слушай, смотри-ка, он практически закончился, почти совсем уменьшился. Green Mama ночной крем для лица, чистая кожа, пионы чага. 100 мл изначально было, 6 месяцев после вскрытия, но живет дольше. Раньше мне такого флакона на год хватало, тут уже на год с лишним. Ну, как бы я раньше им пользовалась каждый вечер, иногда каждый день, иногда два раза в день. Одесс, когда вспомню. Ну, тут я им мазала даже руки как-то пару раз, чисто так вот, ну, увлажнить. Ну и, короче говоря, по большей части по вечерам лицо. И вот я думаю, что он в апреле будет в пустых баночках, потому что тут, ну, не очень много осталось, но он очень экономичный, хороший кремик такой. Так, вот эта баночка, в прошлом месяце я ее что-то забыла показать. Но я ее юзала, и, в общем, она у меня переходит. Там немножко совсем осталась до хрена экономичная баночка, но у меня такая еще есть в запасах, я себе уже сама купила. Эту мне на обзор «Май Индия» присылали. Если интересно, глянь плейлист «Май Индия», зрители. Ну, если хочешь, там это в инфобоксе есть ссылочка на сайт, этот промокодик моего имени «I will forever» даст тебе 6% скидку на заказ. Бесплатная доставка, все такое. Ну, короче говоря, эту штуку вообще можно купить на Вайтберис или на Озон. Опять же, плейлист, глянь. Хорошая штука, у меня тут глаза дико уставали. Перед сном вот так вот наносите, ну и вот сюда тоже заодно. Если ваши глаза болели, вы дохрена работали с ноутбуком, допустим, тайпели, клинили, или просто глаза уставали, у вас напрягали глаза, мало ли каким образом. Короче говоря, глаза у вас болят, помазали утром, они уже не болят. Хорошая штука. Можно лицо помазать, можно руки помазать, можно какую-нибудь шрамик удалить. Ну, опять же, не буду дальше рекламить там это. Гляньте просто отдельный плейлист, там есть про него все вот это вот. Гель у меня. Я подозреваю, что... Есть, наверное, какие-то Avon Senses гели кремовые, которые такая консистенция, что их можно на пару месяцев растянуть. А есть еще, наверное, потому что аромат такой. Но он реально экономичный. Вот у меня на месяц ушло вот половина флакончика, и на следующий месяц еще половина остается. Avon Senses, парфюмерная коллекция, нежная любовь в Париже с ароматом розы, ириса и нота янтаря. Гель, крем-гель для душа, вдохновлен парфюмерией. Его любимый аромат. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Вот, он переходит с марта на апрель. Сегодня я его юзала. Это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Это тоже Avon Care увлажнение. Это, в смысле, Avon Care увлажнение с алоем и огурцом. Очищающее средство для лица, для всех типов кожи, 200 мл. Очень экономичная штука. Я иногда его юзала как жидкое мыло, потому что мне было удобнее его... Ну, именно жидкое мыло на тот момент поюзать, а жидкого мыла нет, поэтому юзала его. Но хорошая, кожу не стягивает, как бы какого-то супер увлажнения я не ощущаю. Но вот если умыться, то... Потом не надо ничем юзаться. Так что, думаю, наверное, оно реально увлажняет. Так, зубная паста, которую я покупала две по цене одной на Озоне как-то. Корейская. Dental Clinic.
2080 от керосис, биосоли и какие-то травы. Такая солененькая. Очень экономичная. Вот в прямом смысле буквально с половинку вот этого ногтя можно выдавить на щеточку и отлично все почистит. Всякую хрень вычистит и все тому подобное. Новые зубы, к сожалению, пока еще не выросли. Это для тех, кто все попоболит от моих молочных зубов. На днях меня что-то так колбасило. Я подумала, может, там корни зарождаются этих постоянных, которые не молочных зубов. Ну, хорошая зубная паста, люди. Вот, она может стоить 100 с чем-то, но она очень экономичная. Даже, по-моему, она более экономичная, чем предыдущие варианты от Dental Clinic, что я юзала. Единственное, тут как бы непривычно вот нажать на кнопочку, на крышечку нажать. Не на кнопочку, а на крышечку, а не откручивать. Но у меня была одна зубная паста, тоже корейская, она откручивалась. Короче, хорошая штука. У меня заканчивается бальзамчик, и я думаю, что он у меня будет в пустых баночках апреля. Но еще немножко же есть, смотри, зритель. Это обычная гигиеничка с такой прикольной крышечкой. Скальп снимаем, вот это снимаем. Я думаю, когда она доделается, может ее как-то помыть и залить туда воск с этим самым, с кокосовым маслом. Ну, короче, самопальный бальзамчик своять. Вот. 40 с чем-то рублей, по-моему, он стоил на Алиэкспресс. Хотела еще такой заказать, но больше не нашла. Типа, все распродали. Ну и как бы так, как бальзамчик-то за губ один и заканчивается, я решила, что пусть их будет два. Один, допустим, у меня вот этот в сумке часто валяется, а вот этим можно дома губки намадюкать перед выходом на улицу, допустим. Он заявлен изначально как увлажняющая, проявляющаяся губная помада, блеск. Тоже с Али, его крышечка снялась. Крышечка снялась. Ну, окрасилась тут только вот эта кисточка. А так наносишь на губы, он, ну, может, какой-то очень отдаленный какой-то цвет выдает, и то надо очень сильно на себя намазюкать. Но просто как увлажняющая гигиеничка, хорошая штука. Поэтому она у меня вот 99% в составе алоэ вера, бла-бла-бла, пюр натур. На 99% состоит из алоэ вера. Ну, на самом деле, там еще куча всякой растений засунуто. Короче говоря, хорошая штука такая. С Алиэкспресс тогда очень долго шла, трек не отслеживался, но внезапно дошла. У меня сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень дуванчика. Ну, макияж у меня только вот это вот. Переходят формулы такие, кстати, на апрель. И может быть они будут в пустых баночках, а может быть их даже на май хватит. Я ими одно время протирала лицо, как вот просто молочком, допустим, для лица, да? У нас сегодня такое ветрище, еще на улице не была, там так дует, что даже со звуком. И я вняла совету в комментах кого-то из зрителей и решила вот это вот молочко юзать как молочко для лица. Оно не парфюмированное, очень хорошо увлажняет кожу, и я его иногда юзала или утром, или вечером. Ну вот просто как вот молочко для лица или даже иногда вместо крема. Алоэ Кэ. Ну, Эйвен, точнее, пардон, алоэ говорю. Эйвен К, масло кокоса восстановление лосьон для тела, до сухой, очень сухой кожи, 400 мл. Это подарок от подписчицы Лёли, мне его надо в этом году уделать до конца ноября. Как-то так. Но у меня долго стояло в запасах. Но очень хорошо идет, я иногда даже его на руки наносила, и хороший эффект. С пенами что-то у нас пока с ванной пеной у меня как-то не срастается, я все как-то все под душем, а когда собираюсь в ванну, так что-то мне чего-то случается. Эйвен, роскошные цветы, пена для ванн, кстати, вот в таких флакончиках хорошая очень пена для ванны, Эйвен, 500 мл, это подарок от подписчицы Лёли, я как-то ее юзала как гель для душа, тоже очень классная. Ну, я все надеюсь, что, может быть, у меня в последний день марта, сегодня у нас 30-е, получится в ванной полежать. Ну, или хотя бы в апреле все-таки мы с ней сочтемся и полежим в ванной вместе. Так, крем для ног Green Mama, 24 часа уход, мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите, фуд крем, 0 парабенов, краситель минерального масла. Мне все время кажется, вот реально, что читаю миндальное масло, а потом минеральное, думаю, как я вообще миндальное это назвала. Ну, короче, вот,
Хороший такой крем, тут 200 миллилитров, очень экономично, где-то вот 2 трети, ну, может, 2 пятых так осталось. Меньше половины, в общем, осталось, но очень экономичный. И мне его вообще до марта 22 года надо делать, хотя 6 месяцев вскрытия, он давно уже вроде как вскрыт, ничего ему не стало, хороший крем. 3-4 капельки на ножку и... Все в ажуре. Была у него крышечка, но был у меня кот, и он эту крышечку и заиграл. Я крышечку пока так и не нашла. Так, лосьон, не поверишь, зритель, пришла весна, стало тепло, все такое. У нас этот переход от холодно-холодно к вау, тепло очень быстро произошел. Правда, сегодня холодный ветер. И мне говорят, что на улице дубак. Даже в Калязине. Короче говоря, сейчас иду. Выходишь из душа, и кожа стянутая. Почти везде я его юзала. Мне такое ощущение, что там, ну вот, не знаю, короче, вот столько, наверное, осталось. Может быть, он у меня будет в этих пустых баночках апреля уже наконец-то. Это Avon Care тонус с ароматом банана, лосьон для тела, для всех типов кожи. Тоже подарок от подписчицы Лёли. Очень экономичные такие лосьончики, они мне очень нравятся. Их надолго хватает, даже если каждый день юзать. Ну, я не каждый день. Иногда его юзаю как крем для ног, иногда как крем для рук, иногда как... Написано, лосьон для тела. Ну, для всего, короче. Так, вот этот шампунь я обозревала. Это фиксики. За 55 рублей куплено. А в предыдущем видео, если интересно, гляньте. Опять вот ссылка в плейлист фиксика. Фикс-прайсика. Вилсен косметика. Здоровье от природы, народная кладовая. Кефирный шампунь для густоты волос. Для всех типов волос подходит. Ну, за частого применения. То все тут, значит, кефирная сыворотка и льняная... Льняное масло, натуральная кефирная сыворотка. В общем, вот. Я его еще не открывала, именно такой ни разу не юзала. Тут 515 мл, возможно, его хватит даже на май. Но, в общем, он у меня на апрель заявлен. То, что был заявлен на март, в марте, я думаю, и закончится. Так, детский крем с чередой, я его иногда юзаю. Green Mama 170 мл, ну, тут еще где-то, ну, может, половина, приличненько, короче. И он у меня тоже на апрель переходит. Я на какой-то месяц заявляла, но я про нее забыла. Она лежала на видном месте. Я все хотела ее смешать с отваром мыльных орехов и помыть голову. Потому что окрашиваться мне как-то не хочется, хотя она для окрашивания. Ну, короче, в общем, я тут ее увидела. Думаю, может, как-нибудь замутить с мыльными орехами чего-нибудь. И вот мыльные орехи снова... Появились в кадре, и в апреле я их, надеюсь, поюзать. Ну и последнее у нас. Крем для рук, Green Mama для сухой кожи. Рук, календула и масло смородины. Тут совсем чуть-чуть осталось. Я сегодня, ну как бы я мазала лапы, но вот перед съемкой не мазала. И они хотят увлажниться. Хороший крем для рук, но если у вас супер сухая кожа или в состоянии в таком, что вот, ну, вы забыли ее вовремя увлажнять, и она уже кровоточит, этот крем вам ни хрена не поможет. Вам поможет сметана, сливочное масло, растительное масло какое-нибудь. Но там вполне себе хороший крем. Я думаю, что он будет в пустых баночках апреля, потому что тут вот, ну, действительно мало осталось, примерно как вот крема для лица. Вроде я ничего не забыла из ухода на апрель, если забыла. Забыла, сейчас пойду за ним. Эх, Лёля, как ты могла забыть о нём? Он у меня сейчас стоит на дверце в холодильнике, поэтому я про него совсем забыла, хотя перед роликом собиралась не забыть. Это, в общем, самопальный тоник для лица с соком алоэ. С этой самой... С массой какой-то алоэной. Ну, короче, у меня в каком-то обзоре ухода на... Может, февраль был такой маленький флакончик. И там был такой вот тоже он же. Ну и я, короче, это юзала, и вот на март, кажется, я забыла его указать, а в этот раз я его уже юзала, у меня маленький закончился, большой открылся, я его юзаю. Очень хорошая штука, самопальный лосьон, можно сказать, для лица, ну тут, короче, алоэ гель, алоэ сок, чутка воды, возможно. Я не помню, капала я туда какое эфирное масло или нет, ну, в общем, хорошая штука, ничем не хуже... Покупного геля алоэ вера.
Тупо у меня гель алоэ вера закончился. Я тут подруге на 8 марта покупала какой-то другой гель алоэ вера внезапно, очень хороший. Думала потом себе приобрести, потом вспомнила, что у меня куча всяких этих заготовок в холодильнике стоит. Думаю, что я зря, что ли, этот алоэ свой столетнику какашивала, веточку там какую-то. Он у меня еще живой, этот столетник, и разросся. Думаю, надо это сначала делать самопал. К тому же я хотела в свое время лет так 6-7 назад, 10, юзать самопальную косметику по возможности, самой сделанную, так что вот лосьончик, тоничек, типа того для лица на апрель, гей, имени меня. Ну, там дезик я не показываю, в каком-то обзоре я его показывала, у меня масляный дезик, ну, в смысле, сейчас не масляный, ну, да, на основе, короче, кокосового масла, пчелиного воска и эфирных масел. Мне как-то так удобнее, так что вот тут все у меня, что я показала, было на этот самый апрель. И следующий ролик у нас будет парфюмов. Эгегей. Так что, зритель, пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.